Друзья, снова всем большой привет, с вами Страйкс, мы играем в No Man's Sky. Ты чё мой тут корабль тестируешь? Отстань, это мой корабль. Так, давай, я хотел найти эту штуку. Ой, нас тестируют, по-моему. Сканируют. Так, где-то тут была еще одна штука. Где-то за горой. Были данные. Вот прикинь, если ты не видишь, тебе что-то мешает, то все. То ты не видишь. То есть стоит только вот буквально за холмик отойти, вот эти данные уже не найдешь. То есть сканер, он не все пробивает. Где я видел? Погоди, покажи мне. Торговый пункт. Это не то. Во. Это, походу, вообще тоже нет за горой. То есть за этим пределом. Ну, такое себе. Что нам по заданию пишут? Ничего не пишут. Давай посмотрим. А, несколько планет. То есть не на одной планете. Все, я понял. Тогда давай. Что там у нас здесь? Только корабельный сканер. То есть обычный наш не подходит. И здесь тоже на корабельный сканер. Хорошо. Создать импульсный скорострел. Дейтерий очищенный. Большой очиститель еще есть. Дигидроген дейтерий создает. Архив компьютерной базы. Значит, нам надо еще и в базу зайти. Хорошо. Это нам по вот этой штуке. А по вот этой... Исследуйте вселенную, нам пишет. Хорошо. Тогда... Здесь мы... Блин, прикольная такая красная штука. Опасная флора. Тогда мы сейчас полетим и припаркуемся. За пределами вот этого 300. Погнали. Здесь у нас бесплатная была стоянка. К тому же я прокачал себе взлет. Можно смело подниматься. Здесь мы как бы все нашли. Все равно нам дверь не открыли. Нас не впустили сюда. Давай сканируем. Выполнилось там, не выполнилось. Сканер. А, активируйте фототехнику. Вот оно как. О, мне съедали... А, это прям скриншот делает. Нифига себе. Во. Навигационные данные выполнили, да?
Нет? Снимок ландшафта. Расширение базы, вот видите, нам. Так, ну мы погнали. А то мы тут долго что-то стоим на месте на одном. Я хотел там данные забрать. Где они тут у нас? О, неизвестное здание. Не-не-не-не-не! Да ёшкин кот, какая посадка! Бляха-муха. Короче, Е вообще нельзя нажимать. Ни при каких обстоятельствах. Так. Вот это ближайшее, побежал. Я хочу все вот эти точки найти. Если мы найдем лишние, мы их продадим. Но я думаю, что тут достаточно, чтобы их всегда собирать. Потому что там новые, они много требуют. Блин, только не говори, что оно за скалой. Да беги уже. Кто это там пролетел такой? Подписчик, что ли, полетел быстрее забрать эту штуку? Ну-ка, стоять. А поздороваться. Фух. Так, давай вот это соберем. Корень, иди-ка ты нахер. Так, где-то тут. Неподалеку. Еще две штуки. Так, у нас 15 и еще 2. 17 штук. Ну, в принципе, мы тогда их 21 набрали, и они быстро у нас улетели. Но мы много прокачали. Так, есть еще какие-нибудь модули? Что за алоэ? Так, а, вот еще. Во, тут еще внизу. Какая-то фигня. Нам бы еще капсулу найти, ребят. Было бы неплохо. Я бы прокачал себе еще ячейку. А то что как-то грустно. Так, что тут хотят? Хром 25. Ну ладно, давай. Может, что полезное дадут? 25. Ну, такое. У нас, правда, 1500, нам надо срочно потратить их. И, кстати, всякую фигню сканируем тут. Можно все это говно загрузить. О! Еще 15. Блин, далековато бежать. Ну, что поделать. Летать здесь не так комфортно, как в какой-то другой игре. Я не скажу, что сложно, но некомфортно из-за вот этих посадок платных. Платные посадки. Топливо, короче, у нас тут не такое дешевое. Но, с другой стороны, блин, зато по балансу. Как бы, чтобы пешком бегали. Так, вот здесь копаем. Еще 25. Неплохо. Так, что еще есть? А, нам нужна была медь. Где у нас корабль? Побежали к кораблю и заодно медь покопаем. По дороге к кораблю.
Сейчас, чтобы зарядиться. Нам надо очень много меди, чтобы на корабле модули восстановить. Там в основном нужна медь. Там по 500 меди. Ну, не меди, а вот этих хромированных металлов. Можно, конечно, попиратить, наверное, и отобрать у кого-нибудь вот этот металл. Я видел, так люди качаются быстро, отбирая вот эти... Ну, короче, на торговцев нападая. Типа как вот у нас корабль, вот на такой. Ящики отжимаю. И продавая потом вот эти все ресурсы. Платину, там золото, вот всякую шнягу. В принципе, как один из способов. Почему бы нет? Просто там охоту вроде как открывают, репетация падает, а потом надо будет это какое-то время переждать, чтобы не охотились. Так, это что у нас, сжатый? Вот эта штука, по-моему, сжатый. О, отлично. Пригодится. Тихо, тихо, не надо сканировать меня. Все равно к кораблю бежим. Сейчас быстро медь. Сейчас быстро медь покопаем. Так, где наш корабль? А, я его уже пробежал. Нет, это не мой корабль. Вон он, корабль. Я его пробежал уже. Так, а где, собственно, медь? Медь должна быть где-то тут. О, там что-то зелененькое. Это что такое? А, соль. Это соль. Так, ящик нашел. Что-то я медь пропустил, походу. Опять этот гель. А, вон он, корабль наш стоит. Так, давай вот в эту точку. Блин, далеко. Чё, ближе нету? Стой, ну-ка, давай модуль. Здесь как в этом. В Ведьмаке. Бежишь одно задание выполнять, потом раз с кем-то побазарил, передумал, давай другое выполнять. Отвлекаешься. А мне вообще пока все интересно, я тут на все отвлекаюсь. Все эти пещеры сканирую. Натрий надо еще пособирать. Так, ну вот эти штуки я в любом случае пропускать, наверное, не буду. У нас была, правда, серия по вот этим модулям. 10-я. Насколько я помню. Ага. Еще 29. Так, я бежал к меди. К сожалению, все это сканировать тоже нужно, потому что это наши деньги. Так, ну что, где у нас медь? Тихо. Эта штука опасная.
Где медь-то? Только что бежал. Блин, опять эта штука нашлась. Ты смотри, сколько их тут. Ой, блин, далеко. Давай медь. Вот, все. Бежим на медь. Мы далеко уже от корабля убежали бы просто. Во, вот это медь, вот это я понимаю. И тут еще и соль какая-то. По поводу времени, ребят, вы тут написали мне, то делай серии побольше, то делай серии покороче. Нет, серии будут 35 минут, плюс-минус там, в зависимости от ситуации, поэтому... Как-то так. Делать очень короткие серии я не буду, потому что туда ничего не влезет, а делать супер-пупер монтаж, который надо вырезать, это немного, ну, не про меня. Потому что и так уходит очень-очень много времени на канал. Поэтому уж извините. Серии будут вот такие. 35, 40, 45 минут. По часу, конечно, делать тоже неудобно, потому что очень долгий рендер. Очень долгий. Хотя сейчас я пошаманил там. И гораздо полегче стал. Так, чистый, чистый, чистый. Ну ладно, что нам, все равно нам... Все равно сделаем. Так, сколько набрал? Сколько я набрал? 157, мало. Нам надо 500. Как минимум. Это что за параша? Хлор. Дайте мне какой-нибудь камушек. Во. Как хорошо, что не надо слезать далеко. Сейчас все заправим. Все заправим, чтобы было. Углерод. Понеслась. Но это вам не Империон. Копать здесь одно удовольствие. Что глаза радуются. Что ресурсы добываются достаточно кайфовенько так. Фух, так, сколько набрал? 300. Это мало. Это, к сожалению, ни о чем. Там одна модификация только 500 стоит. Это надо, значит, сколько? 1000 их набрать. 1000 меди, чтобы 500 этих сделать. Это много. Извини, ничем не могу помочь. Хотя здесь уже, в принципе, добывать-то нечего. Оу! А внутри база. Чё это я так пропустил? Пока тут копал, не видел. Прикинь. Оу, я тут не спущусь. Хотя... Пьяному морю по колено, как говорится. А Страйксу любая гора
по колено. А, это та, куда... Нет, мы там не выберемся тогда. Это та, куда мы спускались. Я-то думал, это что-то новенькое. А это мы тут уже были. Неинтересно. Пойдем, наверное, по хребету, по вот этому. И туда поближе. И поближе к нашему кораблю. Так, звездолет. Погнали. О, я, кстати, в правильном направлении бежал. Все, сейчас отправляемся на базу. Смотрим, что там у нас по базе нового. Хотя, погоди, какая база? У нас же другая звездная система, по-моему. Или нет? Я уже запутался. По-моему, в другой системе. Нам надо варпаться. А может и нет. О, чистый ферит, кстати. Это же класс. Можно, кстати, не это... Не плавить его, а добыть. Это будет гораздо легче. Например, вот заряжать вот эти штуки. Так, бежим. Ну, еще контейнеры захватим. Такой страйк с неугомонный, да, то направо, то налево побежал. То контейнер, то какой-то модуль нашел. Вон, смотри, какая-то херня там ползает. Ну, как бы исследовательская игра, она такая. Что еще делать, да? Так, эту я штуку, по-моему, сканировал, да. Летающий слон. Так. Все, полетели отсюда. О, погоди, вот эти штуки, это, по-моему, не богатые натрием. А то мы сейчас их попилили. У нас же мультитул прокачанный, мы можем уже более такие сложные компоненты добывать. Вот эти вот цветочки желтые. Мне почему-то кажется, что они натрий содержат. Сейчас пойдем посмотрим. Если так, то мы сейчас натрия наберем. Стопудово. Вообще желательно двойные какие-то ресурсы набирать, чтобы меньше копать. Это вот так ни о чем. Просто флауэр. Трава и все. Я почему-то думал, что она какая-то полезная. Нет, не полезная трава. Все, тогда погнали отсюда. Садимся. Перезарядка. Строительство терминала. Взлетаем. Так, давай поближе к звездам. Там разберемся. Вон у нас там база. А, мы в своей системе. Наша база. Пора домой. Какая табличка? Алло, я на базу летел.
Давай, сажаем. Фух, так, добро пожаловать домой. Кто не был у нас дома. Так, давай быстренько сохранимся. И погнали смотреть новые плюшки. Что там у нас по компьютеру-то? Терминал. Что хотел терминал у нас? Так, открытие, давай загрузим все. Животных там, цветочки, херечки. Так, путеводитель. Журнал. Где-то база, архив компьютер базы. Изучите архив компьютер базы. Вот. Что-то может быть новое дадут. Какое-то восстановление архива. Строительный давай. Контейнера. Планы контейнера. Ага. Намагниченный. Вот, наконец-то я смогу делать контейнеры. Если оно так, то вот эти контейнеры мы поставим на большое судно, скорее всего. На большой корабль. Давай еще там что-нибудь есть, изучить архивы. Вот, и тогда мы сможем на большом корабле больше хранить. Но опять же, если на нас нападут, скорее всего, мы просрем детальки. Если... Так, давай, чтобы зря не простаивать, сейчас закинем сюда. Нет, сжатый мы не будем трогать. Закинем медь. Пусть она вся переварится. Вот, а нам пока... Чуток добыть углерода. Так, пусть это делается. Пойдем посмотрим, что у нас тут по базе. Исследуем чертежи. Здесь у нас все по стандарту. Квадратная комната, давай ее изучим. На 3, правда, на. Хотя давай... О, нифига себе, Г-образный 5 штук стоит. Стол, кровать, это все понятно. Хопа, Т-образная, 5 штук. Ох, сволочи какие дорогие. Что еще? Деревянная, нет, точка сохранения, давай. Хопа. Что там добавилось, подожди, модуль посланий. Я ж такой вроде бы изучал, нет? Модуль посланий. Квадратная комната. X-образная. Металлическая стена. Вот, это уже интереснее. Металлическая стена. А то фигню какую-то делают, блин. Так, медицинская станция давай изучим. Вдруг лечиться придется. Бетонная стена. Вот уже разные. Бетонная. Маленькая деревянная стена. Нет, давай. Вот это. Металлическая оконная. Давай какую-нибудь кровать выучим. Бетонная, оконная. Подсветка вот такая. Дорожное покрытие. Ну, короче говоря, тут можно очень много всего выучить. Вот это нам надо еще штука поставить. Короче говоря, нам надо еще модули этих найти до хренища. Пока что не особо нам тут. Так, это забираю. И давай еще раз медь. А мы тем временем вот эту штуку просканируем. Там какие-то данные нам сказали ввести. Строение давай.
Мы ж капсулу найдем. Еще ячейку поставим. Вообще я зря оттуда улетел, там... Там мы эти зашифрованные... Радиомачта. Так, давай смотреть теперь вот эти... Вот эти штуки. Здесь что-то... Ага. Смотри, какая ячейка классная. Так. О, ого! Кирпич. А-а-а. Это наподобие, как вот мы видели в этом. Офигенная большая такая штука. Я надеюсь, она прокачивается, ячейки там прокачиваются. Так, давай посмотрим, что еще есть. Вот здесь что-то добавилось. Точка сохранения. Ну, блин, у нас и так есть точка сохранения. Вот, вот эта штука. Модуль посланий. Металлическая и нанотрубка. Кстати, вот этот перит надо перекинуть в корабль. Потому что он в корабле нужен. Здесь-то он нифига не нужен. Так. Оу. Кобальт. И мы делаем себе медицинскую станцию. Так. Модуль посланий. Ты как-то крепишься? К стене там, не знаю. Ну вот, она вот здесь может стоять. Привет. Что за штука? Строительство не закончено, недостаточно компонентов. Привет. О, ну я только что такую вводил. Погоди, а вот это вот нахрена тогда? Где-то тут у нас была такая большая штука, послание я вводил. Вот здесь стояла круглая такая хрень. Или она одноразовая была? Непонятно. Ладно, хрен бы с ней. Модуль посланий. Давай дальше, что у нас тут есть? Во, такую я штуку ставил. Станция связи. И она куда-то делась. Так, я хотел, знаете, что поставить? Как его? Вот эту. Так, чистый феррит нам нужен 25. Это надо полтинник кирпича. Давай добудем. Так, еще нужен кирпич.
О, чистый. Вообще класс. Зачем нам его обжаривать, если можем так добыть? А он да тут не добивает. Так, а до сюда добьет? Добивает. Так, есть контакт. Строим. Я ее хотел вообще, правда, поставить на корабле. Пойдем куда-нибудь вот сюда поставим. Во. Наймите наблюдателя. Строительный терминал. А, то есть мне до станции, для станции нужен мужик какой-то. Короче говоря, нам нужен наблюдатель, чтобы он прибыл на нашу базу и смотрел тут за нашей базой. Хорошо, а что дальше еще? Что у тебя есть? Так, вот, платформы. У нас теперь есть вот такие вот конструкции. Более прочные. И тоже делается, кстати, из пыли. Так, что еще? Это деревянное. Это бетонное. Углерод, понятно. Так, можно лампочку себе зафигачить. Натрий. Давай вот сюда лампу поставим. Во. Чуть повеселее будет. А то я без света, знаете, сами не могу. Кровать давай. Куда-нибудь впишем. Так, как тебе крутить? Стрелками? Хрен там. Повернуть. О, можно перекрасить. Повернуть Т. А, вот оно как. Да встань ты по стене-то ей. Как-нибудь вот сюда сейчас пишем. Во. Сойдет. Нормальная кроватка. Так, что еще? Базу строим, ребят. За стекло так и не нашел, поэтому хрен его знает, из чего пока стекло. Стекло вообще из песка обычно всегда делалось. Так, ну и вот эту штуку желательно поставить. Нам нужен намагниченный этот самый 50. Делай. Так, а мы с вами пойдем по звездолету, посмотрим, что у нас тут можно починить. 400, видите, нужно. 500. Сломанная технология. Интересно, что за технология? Вот это можно только сделать. 150 еще надо. Во, намагниченный 250. Здесь 500 много. 400 много. Это нам тогда надо еще медь. А у нас меди, по-моему, больше-то и нету. Сейчас посмотрим. Жалко, что меди нету на этом.
Так, вот эту штуку можно сюда загрузить. Так, что я хотел создать? Блин, меди нет. Намагниченный. А, я хотел этот шкафчик посмотреть. Надо еще и намагнитить. Сначала чистый, потом намагнитить. Долгий процесс. Лучше сразу чистый, наверное, забирать. Ну, чистый, в принципе, можем надыбать. Вот он, чистый. Зарядил. Так классно зарядил, что... Что можно заново заряжать. Я не знаю, стоит ли заморачиваться над крутой базой именно вот на начальных таких этих планетах. Потому что я больше чем уверен, что мы найдем клевую планету с богатыми ресурсами. И плюс ко всему там будет красиво, какие-нибудь животные бегать. Вот, и нам захочется там построить. Но в любом случае будем строить, что нам? Все равно играем. Так, нам нужно намагниченное. А, я сделал. Чисто еще загрузим. Так, готово. Пойдем поставим куда-нибудь. Эта хренота хочет на потолок прыгнуть. Ну, прям реально кирпич. Ну, окей. Хочешь быть на потолке? Давай на потолок. Как много. Но, как говорится, и на том спасибо. О, мне нужно было контейнер, кстати, создать. Я выполнил задание. Между прочим. Дождаться восстановления новых данных. Ну-ка, погоди. Нам надо что-то прокачать. Может, нам еще что-то откроют? Загрузим пока базу. Так, ну чё? Здесь... О, можно сразу в инвентарь контейнера. Прикольно. Так, а чё у нас тут? Еще немножко намагниченного. Так, давай чисто еще соберем, чтобы ускорить процесс.
Надо, в принципе, вот эти вот по два собирать. По два ресурса, которые... Они ускоряют все. С одного кирпича 67. Нормально. Не так-то мало. Так, нам чисто интересует. 33, ну правильно, один к двум. Так, должно хватить. Можно зарядить. А, нет, сжатым я не буду заряжать. Лучше обычным. Хотя, можно, если сжатый найти. Он вроде как побольше заряжает. Так, во. Осталось только вот это. Хром. Но это нам уже все дело за малым. Неизвестное здание нас интересует. Радиомачта. Куда полететь? Пирит. Оу. Обломки. А, это я, по-моему, находил такое. У нас теперь просто всегда и отметка есть. Ну, короче, в любом случае это все будет уже в следующей серии. И также будем искать... Сейчас сюда полетим. И также будем искать медь, чтобы крафтить вот это вот все, что у нас по кораблю неизвестно, чтобы восстановить. Потому что нам надо освободить ячейки, чтобы они не были заняты ненужными штуками всякими. И полетим еще к торгашам обязательно, чтобы у них там задания, во-первых, позадавать, поснимать. Ну и плюс просто пообщаться. Вот, все, приходи на следующую серию, всех жду. Пока-пока.